Паттамбанг – третий по величине город в Камбодже, стремительно становится деловым и промышленным центром страны. Несмотря на резкий рост и экономическое развитие, здесь многие жители сталкиваются с бедностью, отсутствием доступа к медицинским услугам и социальными проблемами. Церковь адвентистов седьмого дня в городе Паттамбанг смотрит на эти трудности как на шанс улучшить жизнь людей, а пожертвования 13-й субботы делают это возможным. Поскольку Иисус нам оставил пример христианской жизни, мы хотим через работу этого центра показать людям, как сделать их жизнь лучше и вдохновить их на знакомство с Иисусом Христом. Пастор Шин и его жена Эбигейл являются международными миссионерами и координируют работу центра влияния в городе Паттамбанг. Когда они впервые прибыли в Камбоджу, они обнаружили, что самая большая сложность в управлении центром заключается в невладении местным языком. Они смело приняли этот вызов и начали учить язык. Тем временем местные миссионеры и пасторы присоединились и стали охотно посвящать свое время тому, чтобы предлагать услуги центра. Мы в рамках центра для общества Паттамбанга открыли ресторан, медицинский центр, стоматологическую клинику и тренажерный зал. Также мы предлагаем языковую программу и музыкальные курсы. Наша цель до второго пришествия Иисуса Христа выполнить великое поручение — делиться Евангелием по всему городу и по всей стране. В 2018 году приношения 13-й субботы помогли основать этот центр. Благодаря вашим пожертвованиям эти программы стали возможными. С момента открытия центр стал общественным во всех смыслах этого слова. Сюда приходят учиться, играть и дружить. Родители, чьи дети посещают музыкальную школу, очень довольны деятельностью центра. Им нравится это заведение, и я думаю, что они любят меня как учителя. Они видят, как их дети становятся культурно образованными. Подобное образование больше нигде в Камбодже получить нельзя. Это единственная музыкальная школа в городе. Центр — это то место, где люди могут увидеть искорки любви Иисуса. Еще во время строительства миссионеры начали общаться с местными жителями, заводить друзей и знакомить их с Иисусом. После открытия центра несколько человек из Паттамбанга приняли Христа и крестились. Сейчас все они являются частью команды, которая стремится достичь еще больше людей в этом развивающемся городе. Здесь есть возможность лучше узнать Иисуса. Я принял Иисуса благодаря любви и заботе людей в этом центре. Городской центр влияния Паттамбанг уже начал достигать людей той местности, и двери уже открываются. Давайте молиться за пастора Шина и его семью и всех миссионеров в Паттамбанге, которые оказывают свое влияние на этот город. Спасибо вам за то, что через свои ежеквартальные приношения 13-й субботы вы сделали подобные проекты возможными. Мы искренне благодарны вам за поддержку. Пусть Бог благословит вас.